шли мальчики. Все малолюднее и темнее становились улицы. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры. Обойдя тех обледенелых и грязных ворот, служивших для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал. Матушка больна, помирает. Говорю, как папа место дойдет.
присмотр. Там борщ есть, а обед остался. Хочешь поели? Только холодный, да согреть-то нечем. Ужасный роковой год, несчастье за несчастьем, настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел, били его лечили, ушли в сеть, многие сбережения. Потом, когда поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего дома, на 25 рублей в месяц занят. А тут еще пошли болеть дети. 3 месяца тому назад умерла одна девочка. Теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленькую и ходить почти на другой конец города, в дом, где она подъем и стирала дни. Весь сегодняшний день я был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжить откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство маршрутки. С этой целью я обедал чуть ли не
а во второй его обещали отправить в полицию. Вот бы лечь и заснуть, и забыть о жене, о голодных детях, о больной маршрутке. Thank you.
Роман Шишацкий. В роли
Елизавета Мерсаловой, Екатерина Моська. В роли профессора Пирогова Михаил Тишков. В роли Емельяна Мерсалова Дарья Моська. Специально для этого фестиваля выбрали именно его, чудесный доктор, чтобы в наши непростые дни мы все верили в чудо, что встречаются нам такие замечательные люди, которые меняют нашу жизнь к лучшему. Спасибо вам огромное. Сегодня перед вами выступала сборная детская мастерская из Казахстана и Украины. Спасибо большое.